Сегодня под председательством заместителя губернатора округа Михаила Кагана состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямал-Ненецком автономном округе. В повестке значилось 3 вопроса. В совещании посредством видеосвязи принимали участие все муниципалитеты округа. Вначале присутствующие подвели итоги осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городов и поселков округа. В связи с этим заместителем главы администрации Сергеем Власенко было принято решение в текущую пятницу организовать выездную проверку. Пускай, скажем, не разом, но планомерно получается выполнять те меры безопасности, которые сегодня необходимы. Так, например, мы ставим в ремонт ежегодно пожарные водоемы. Вот 2 в этом году подходят к завершению ремонта. На будущий год у нас по программе запланированы деньги, которые пойдут также на текущий ремонт и на капитальный ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения. Далее речь шла о профилактике и предупреждении техногенных пожаров. Поводом послужил рост их количества в первом полугодии 2018 года. В завершение директор Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямал-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза рассказал присутствующим и напомнил о подготовке муниципальных образований к пожароопасному сезону 2019 года. Мы прекрасно понимаем, что это вопрос не 2-3 дней, да, то есть к этому нужно готовиться. Поэтому уже сегодня, да, кажется, что зима, но уже округ начинает, и муниципалитеты продолжают, точнее даже не начинают, а продолжают ту работу, которая была построена. И, соответственно, готовится уже к пожароопасному периоду 2019 года. То есть мы все понимаем, что на территории страны, да и в целом мира, скажем, ситуация с лесными пожарами, природными пожарами, техногенами, она настолько нестабильна, да, что приходится уже зимой готовиться к лету, летом к зиме. Ну и вот этот вот цикл работы, он на постоянном контроле, как у нас здесь, да, на местах в муниципалитетах, так и в округе.